Львовский мусор на этот раз довезли до Житомирской области. Ночью патрульные догнали фуру, водитель которой высыпал у села Ягодинка бытовые отходы. Его засекли местные жители и сообщили в полицию. Машину остановили уже в соседнем селе. Среди отходов нашли квитанции, подтверждающие, что мусор из Львова. А вывозить его по ночам подрядился бизнесмен из Новоград-Волынского. Сбрасывают мусор и неподалеку от самого Львова. Накануне его обнаружили в городе Стрый, в 70 километрах от областного центра. Все подробности у Галины Якушко. Назовні ангару є купа, яка фактично вже має ознаки того, що це сміття пролежало тут кілька днів. Эту кучу отходов активисты из городка Стрый обнаружили у одного из заброшенных зданий бывшего завода железобетонных конструкций. Еще несколько тонн мусора были спрятаны в одном из ангаров. Без сумніву, було більше, ніж 4 вантажівки великогабаритного сміття. Местные жители уверены, выгрузку мусора тщательно планировали. Ночью, наверное, мне тоже так кажется, что ночью, потому что там ворот не было, и там ворота срезали. Кто сюда это привез, он знал, куда он везет. Полиции говорят, мусор из Львова. Это подтверждают квитанции и чеки, найденные в отходах. Но кто именно выгрузил мусор, пока не ясно. Мы документировали факт. Виявлено побутове сміття. Приблизно площа 4 на 4,5 метра. Були виявлені квитанції про те, що дане сміття походження з міста Львова. За загрязнение территории виновному грозит штраф. Но, как показывает практика, найти крайнего в истории с нелегальной выгрузкой мусора из Львова достаточно сложно, а то и вообще невозможно. Ну а городской голова Андрей Садовый по-прежнему борется с проблемой только на словах. Выпустил очередное видеообращение и снова пригласил своих коллег, мэров других городов, подписать меморандум о приеме отходов из Львова. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер Львовской области.